шкатулка «Симфонион», изготовлена на фабрике музыкальных инструментов Юлия Генриховича Циммермана. Для вас будет звучать венский вальс Штрауса. Многие представители музейного сообщества считают, что вот нельзя, чтобы этот старый инструмент звучал. Но у учредителя нашего комплекса, наших музеев, другая точка зрения. Он считает, что инструмент должен служить людям. У нас звучащий музыкальный музей, который доставляет людям радость. Согласитесь, либо мы смотрим просто на предметы мебели, либо мы слышим голос ушедших столетий, да, голос старого инструмента. Сезонная работа была у строителей, кровельщиков, печников, штукатуров, лепщиков, возвращались в родное село. И заработки были таковы, что они могли себе приобретать предметы обихода, вот характерные для города. И поэтому местные жители не раз рассказывали, что вот подобные музыкальные шкатулки у них были, когда-то они маленькими играли. Также популярен был в 19 веке. Здесь вы видите металлические ушки, чтобы цеплять ремень и носить такой инструмент на себе, пытаясь заработать на жизнь. По отзывам, например, писателей 19 века в Санкт-Петербурге, это был один из самых, проблемных, жалких способов заработка в северной столице. И предыдущий хозяин, как видите, здесь сделал памятку, записал название мелодии. Всего их помещается 6 на один валик. И здесь мы уже попадаем в мир более автоматических музыкальных. Перспективный вариант музыкальной шкатулки по тем временам. С перфорированным диском, облегченная вещица. Можно было спокойно взять такой архаичный проигрыватель с собой в дорогу или на прием. И в отдельной коробочке коллекция перфорированных дисков с другими мелодиями. Многие полагали, что фонограф есть не что иное, как мошенничество, какой-то хитрый черевовещатель. На первых демонстрациях во Франции, например, академик набросился на организаторов с претензиями о том, что это все-таки мошенничество, когда ему научно объяснили позже, что это истинное изобретение, причем гениальное. Он все равно не мог поверить и говорил, ну как может презренный металл передавать благородный звук человеческого голоса. Также
Есть такой орган управления, можно раздвигать эти рычаги коленями в разные стороны. Здесь мы видим как раз-таки их изделие. Это орган-автомат, типовой по своей конструкции инструмент. Ну, настроен, да. Очень тяжело. Потому что надо было постоянно нажимать ногами, раздвигать коленями и фиксировать как бы и руки, и ноги в одну гармонию.